У эфиры программа «Новины региона», у студии Павел Савицкий. Витаю вас, глядите в этом выпуску. Централизованное тестирование на Могилевщине – основной лишбы у материале наших корреспондентов. 2017 год письменницких юбилеев. У Беларуси отзначают 135-летие Якуба Колоса и Янки Купалы. Якой вершине досягнули могилевские весляры на першинстве Беларуси по академичным веслованию. Далее у выпуску. Восьмого и 10 липеня еще два резервовые дни застались для прохождения централизованного тестирования. Нагадаем, таким правом могут скористаться абитуриенты, которые по уважливой причине не смогли пройти на ЦТ. Например, за хворобы. Все лето в области 84 человеки зарегистрировались, как писать тесты по за графиком. Сёлета 34 816 человек на Могилёвщине сдавали тестирование. Каля 1800 зарегистрировались, але не пришли на испыты. По словам специалистов регионального центра тестирования, это традиционная личба и тримается на таком уровне, что годово. По-ранейшему русская мова – один из самых популярных испытов сярод будущих абитуриентов. Сёлета ее сдавали 9188 человек. А вот тесты по испанской мове писали 33 человеки. По выниках центра реализованного тестирования 2017 два жихара Могилёвщины были выдалены за аудитории, бо пронесли мобильные телефоны. Специалисты энергонагляду предприятия «Могилёвэнерго» не перестают проверять домовладание жихаров, которые относятся до так званых групп рызыки. Шмадетные семьи, одинокие состарелые, заусёды у поля зроку специалистов. Здравствуйте! Можно к вам? Господиня не супроть огляду, нават рада, что у доме все проверить. Лидия Ильинична живе одна, без мужа. Некому, кажа, подтримливать безпеку. Специалисты энергонагляду, как оказалось, пришли до пенсионерки недаремно. Заклеивать проводку электрическую обоями нельзя. Может воспламениться под обоями. Еще розетки без заземления, кабель за батареей, лямпочки без плафонов. У беседы высветляется, что у 80-годовой господыни все же есть кому-то помогчи. Поблизу живет дочка. Ей обовязково треба передать усе зауваги. Будем надеяться, что ее близкие, дети, внуки, когда к ней приедут, они уделят должное внимание всем этим очагам, как вы сказали, и беды не произойдет. Во усяляким выпадку про порушение докладается у службу выратования и обовязково социальным работникам, каб докладно высветлить, те есть кому да помогчи со старелым и одиноким. Обращать внимание на техническое состояние своего электрооборудования, электроустановок жилого дома, те нарушения, требования, которые мы сообщаем, о которых они знают, все-таки не игнорировать, а их выполнять, дабы не было несчастных случаев и пожара. Сёлета доследовано больше за 800 домоуладанняў. Работники энергонагляду імкнуцца завітаць до кожнага з групы рызыкі. Рейды працягваюцца. Алеся Рыбалка, Александр Артемьев, «Новіны рэгіёна». 49 пар Могилёва заключили шлюб 7.07.2017. Але гэта не рекорд для таких символичных дат, означают у Могилёвским ЗАГСе. Мы запытались у молодых пар про выбор прыгожей даты. Что гэта супадзенне, альбо мэта скарыстацца магіяй лічбаў? Гэтая пара абрала для сябе цырымонію ў золотой зале. Усё максімальна ўрачыста, з традыцыйным абрадам і цёплымі словамі адзін аднаму. Маладыя імкнуліся распісацца менавіта ў гэты дзень. Вельмі падкупае дзеляцца 7.07. Шчаслівая дата. Потому что семёрка – это число сям'і і любві, і вернасці. Тогда, если число сям'і – 7, я нужна 5 дзяцей. Будут, конечно, не вопрос. Створить семью 7 липеня вырашили 49 пар. Прыгожую дату, как оказалось, не все могилевчане обирали специально. Дату 7.07 выбирали специально или это случайно? Случайность. Доверие. Все строится на доверии. А числа? Да, числа это не страшно. Это так, для красоты числа. Три семерки и все. Калі б 7 припадала на суботу, регистрации было более, упевнены работники ЗАГСа. По пятницах шлюбов заўсёды до 40, на гэты раз крыху болей. Сапраўднага буму не отбылося. Хотя першапачаткова 7.07 меркавалася значно больше церемоний.
Когда начинался 2017 год, и мы объявили о предварительной записи на лето, то, конечно же, самой популярной датой было 7 июля 2017 года. Предварительных заявок на эту дату, на этот день, было подано 57. Но в конечном итоге сегодня будет зарегистрировано у нас 49 браков. Черговая дата, вокруг якої ажіотаж – 9.09. Уже больше 60 заяв подали пары Могилева. Те справдятся планы, покажет час. Головное, каб личбы не были одиной подставой для шлюбу. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, новини региона. У Бобруйску под тягник трапил мужчина. Он загинул на месте. Трагедия отбылась о 2 ночи на перегоне Бобруйск-Мирадина. Машинист товарного тягника спыниться стал не поспел. Особу загинулого мужчину по отбитках пальцев высветлили специалисты комитета судовых экспертиз. Им оказался 33-годовый жихар Бобруйска. По данному факту Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. В ходе проверки будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, которая позволит установить, находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в настоящий момент опрашиваются знакомые, родственники данного гражданина. Кроме того, были опрошены машинисты поезда, которые пояснили, что увидели мужчину в непосредственной близости от тепловоза. Сьомого липеня сповнилося 135 год з дня народження Івана Луцевича, якого усе ми ведаємо як Янку Купалу, народного поета і класика білоруської літератури. Лёс і творчість Янки Купала – так само і ще одного білоруського класика, Якуба Колоса, вивучають у нашій країні з дитячих садків. Хто там іде у огромністей такої громаді? Білоруси. Гэтыя радкі Купалы ведаюць усе. Імя паэта носіць установы і вуліцы таксама і ў Магілёве, дзе нядаўна імя Янкі Купалы атрымала адна з гарадскіх бібліятэк. Сёлета год пісьменніцкіх юбілеяў і Купалі, і Коласу 135. І з гэтай нагоды інтэрв'ю тэлерадыёкампаніі Магілёў даў пісьменнік Валерый Казакоў, ураджэнец Магілёўшчыны, а цяпер сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў Расіі. У каждой нации есть свои первоисточники. Они есть более глубокие, есть ближе к нам. И вот такая крыница белорусская – это, конечно, Купала. Для Беларуси Купала и тот же Колос сделали еще там ряд наших подвижников, и земляков, в том числе наших Горецких. Они сделали ту первичную основу, которая необходима была для становления литературы. Белорусской, национальной, народной литературы. Интервью Валерия Казакова глядите в информационно-аналитичной программе «Дняны». Телеканал «Беларусь-4 Могилёв» покажет телеверсию святочных концертов, которые отбылись на площади Ленина и площади Славы у Могилёве. У суботу 8 липеня «Виват Могилёв 750», у неделю 9 липеня «Наша земля, наша родима Беларусь». Початок трансляции у 21.00. До речи, полные версии 3D-маппинг-шоу на площади Ленина и святочного фейерверку, присвеченную дню народжения Могилёва, можно увидеть на сайте телерадиокомпании «Могилёв». 2 золота и 1 бронзу привезли могилевские весляры с першинства Беларуси по академичному веслованию во возрастовой категории до 18 год. Лепший выник на споборництвах показала наша парная двойка Яуен Заталы и Артем Лапутин. Первое место могилевские академисты заняли и у парной четверцы. Бронзу у двойцы и безрульной завоевала Новикова Дарья. И это не глядишь на несприяльное для этого виду спорта на дворе. Спортсменам перешкоджал боковый ветер, однако трое могилевчан все же показали выдатный выник. Их перемоги стали отбором на заключенном этапе подрыхтовки до чемпионату света сярод юниоров, який пройдет этим жнивнем у литовским Тракая. Новикова Дарья отобралась, то есть в состав восьмерки, которая была на чемпионате Европы бронзовая, показав по мелким классам, то есть двойка безрульная. Очень хорошие времена, в принципе, 4 лодки. Такого еще не было за мою бытность работы тренером, такого не было, чтобы приезжали 4 лодки в 5 секундах. До речи, с новинами и основными подеями в области можно ознакомиться и на нашем сайте tvrmogilev.by. Я с вами развитываюсь, дякую вам за увагу и до встречи в эфире.